Почти готово. Идемте загадывать желание. Идем уже. Давай. Я работаю в районной больнице города Дубровин. Не слышал о таком. Можно подумать, про твой бриз кто-то слышал. Бриз? Приморский тот самый? Я просто очень много читала о вашем центре. Я навел справки, побеседовал с собственником бриза. Ну, в общем, главврачом в бризе будете вы. Я? Да пойми ты, это профессиональный шанс. У меня таких никогда не было и никогда не будет. И все-таки снова убегаешь. Поехали со мной. Добрый день. Я новый главврач бриза. Я должна сказать вам кое-что наедине. Меня неправильно лечат. Я обнаружил недостачу подотчетных препаратов. Я подозреваю, кто это мог сделать. И кто? Иван Павлович в критическом состоянии. 200. Качай. Судя по всему, сердечная недостаточность. 300 разряд. Не запускается. Зафиксируйте время смерти. За последние несколько дней у нас умерло 2 человека. Максим, есть разговор. Это один в один ситуация твоей жены. У Тани никогда не было проблем с сердцем. Я хочу в этом разобраться. Как? Что происходит? Вы главврач? Да. Так, понятнее. Заберите деньги и покиньте мой кабинет. Делайте, что говорю, иначе хуже будет. Уходите. Немцы уже почти 10 лет проводят нелегальные испытания своих препаратов. Глеб Ильич, если есть угроза жизни наших пациентов, мы обязаны это предотвратить. Это мой папа. Ну зачем ты полез в мои дела? Я хотел докопаться до истины. Подумай лучше о своей душе.